Сейчас очень важный момент, постараемся объяснить, что это такое. Значит, пока ребенок находился у нас, у него на ноге находился вот такой вот микрочип, который идентифицировал этого ребенка, чтобы, не дай бог, не подменили. Далее. У меня вот такой браслет. У Зины хреново куча этих браслетов. На каждом браслете есть идентификационный номер, кто, что, куда. И еще, по-моему, 3 или 4 браслета у самого ребенка. Когда вы получаете ребенка, снимают микрочип, сверяют тот браслетик, который был на нее основной. После этого вот здесь откатаны пальцы, приклеивают кусочек этого браслета, и мама подписывает специальную бумагу, что она подтверждает, что это ее ребенок, никакой другой, что это именно ее ребенок, и все в порядке, никаких претензий за ними. Представляете, насколько все серьезно? Все серьезно. I explain what must is it's very important and most seriously is here. Yes. For prevent the change of a lost baby. No, you don't want to lose this baby, huh? Yeah. Okay, I'll do the rest for you. Is Russian hospital not not so seriously. Not so serious, absolutely. Okay, I'm going to make a copy of this one. I'll let you guys finish out your birth certificate. Okay. And mom will get 2 shots. Okay. Okay. Yeah. We'll be right back. Thanks, Dad. Oh, sure. Let me take that. Oh, I took that one. Okay. So then.